Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя Сила Порталов. Ну что же, у нас шестая миссия, Морозный мир. Так, поехали. Я, наверное, никого менять не буду, меня, в принципе, все устраивает. Хотя, знаешь что, можно Микеланджело, наверное, поменять костюмчик. Давай мы, наверное, вот такой мы наденем, чтобы все были у нас разные. Окей? Играть. Здесь, кстати, мы с тобой подберем новый костюм. Замороженная пицца наполняет все специальные атаки. Мне нравится, как мы летим по этому порталу. Угу. Так, я играю за Лео. Иди сюда, Олух. Так, тут у нас клан Фуд. Ха-ха. Куда? На-ка. Давай запинуть, осторожно. Давай этого кланфутовца. Сегодня как не можем его завалить. Берегись. Так. Ага, вот и пицца. Пицца пауэр. Буду сейчас гитарой всех тут. На. Массуха. Чётенько. А врагов-то меньше не становится? Нет, не становится, ребят. Давай колбасик уже. О, да. Отлично. Майки такой довольный. Катается там. Так, время комбо. Шок и трепет, детка. Точно, шоп, шок и трепет. Кто у нас тут? Ну давай, 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 атакуем. Надо массовую атаку зарядить. Все, всех пошинковали. Ох ты, а вот, ребята, и костюм. Так, это у нас для Леонардо. Костюм рыцаря. Давай, давай, бомби. Хоба, хоба, хоба. Час черепашек. Как я раньше говорил, черепашья сила. Давай, 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 давай. Опа. Давай-ка поднажмем. Давай поднажмем. Сейчас я его заклепаю. Непоправимая ошибка. Вау. Мы в каких-то разрушенных руинах. Я не знаю, ребята. Замок, что ли, какой-то разрушенный. Так. Такое впечатление, что сейчас босс какой-то будет. Нет, это не босс. А я бочонки ломать буду. Только массовую атаку. И все равно они живенькие, а? Давай, давай, Майки, веселись. О, Донни, Донни начал. Самый электричный бомбит. Правосудие под черепашье. Куда вы пришли, а? Ну-ка. Солидно. Так, 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 тихо, 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 тихо. Ну, Лео, давай. Круто. Еще массовая атака. Ух ты. Ты не припухли, а? Кланфутовец. Совсем, я смотрю, приборзел. Так, куда мы дальше с тобой двигаемся? Угу, еще два ящика. Они так орут. Прикольно. Поехали. На! Копишком получил. Давай ящика разобьем. Так, вечеринка гром какая-то. Что за вечеринка гром? Зачем я на Майке приключился, скажи мне на милость. Если я хочу за Леонардо играть. Как кнопка там за приключения это отвечает. Так, не Рафаэль мне нужен, а Лео. Буякаша. Так, слушай, ты серьезно достал уже кланфутовец.
Ну вот и конец. Опять ты? Мы же тебя в тот раз уничтожили. Так, он всех заморозил, прикинь. Донни, выручай. Так, я хочу, ребят, комбо, комбо мне нужно. Замерзни, кричи. Поехали. Но он уже здесь не как босс, ребята, видишь? Помогайте, помогайте. Давай, давай, Лео. Есть! Мы, ребята, победили здесь. Фух, сколько нам дадут капсул? Одну капсулу всего лишь. Ну, что я поделаю, ребят? Ну, не получилось у нас на 3. Зато мы с тобой прошли этот уровень, и следующий у нас будет... Так, используй тяжелую атаку, чтобы оглушить солдат клан... Ага, фут щитами. Только у нас нет щитов. Так, а вот что это за бусик у нас такой? Вот мне интересно знать. Хм. Слушай, зачем нам 2 рыцаря? Скажи-ка мне на милость. Как ты думаешь? По идее, как бы и не нужно было... Достаточно было и нашего, да, Леонардо? Рыцарь, ну пускай будет Рафаэль, фиг с ним. Пускай еще и Рафаэль будет. Мне не жалко. Но главное, что здесь, ребята, будет босс. Так, будем играть за Микеланджело. Фу, за Рафаэля, ё-моё, вообще уже. Давай, 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 пинаем, пинаем. Ну что... Надо не забывать, ребята, про уклонение. Оно же у нас как бы есть. Ну что, справились мы? Крэнк-дроиды. Сначала диссертация, потом вопросы. Диссертация. Это хорошо, мы сейчас нашинковали здесь. Самое время сказать буякаша. Что это за руины такие, а? То ли замок, то ли мост какой-то разрушенный. Непонятно пока. Мне бы, знаешь, что не помешало бы? Восстановить здоровье. Как это сделать? Это мало нам помогло. О, пицца. Много пиццы не бывает. Согласен. Меня оглушили, блин. Гаденыш, а? Вот так. Всех раздеребанили. Вот это было сейчас круто, на самом деле. Действительно, черепащая команда. Я чувствую, скоро будет босс. Вон, смотри, та штука. А, мне до нее даже не достать. Ну-ка, все вместе. Иди ты. Оглушил? Вот пока он валяется, его нужно пинать. Так, что у нас? Клан дроны. Вторжение крэнгов на землю началось. Ты серьезно сейчас? Поехали, массовая атака. Вот это было круто. Так, бомбим его, чтобы он тут не пикал. А если я тебя вот так вот? Дай-ка я его оглушу. Слушай, мощный этот чувак, конечно, медведь. Просто так его не взять. Приходится постараться. Так, что это мы так встали? Сейчас, видимо, босс будет. Готовимся, друзья мои. Опа, кто вот это? Какой большой щит. Пожалуй, не стоит идти в лобовую атаку. Уверен, я смогу оглушить его тяжелой атакой, и тогда он наброситесь на него, ребята. Так, если мы сейчас с тобой набьем комбо, если набьем.
Это будет круто. Слушай, он защищается. Так, может быть, его действительно... Ну-ка, поехали. Атакуем, атакуем, атакуем. Давай, 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 родные мои. Мы его там прижучили, причем довольно неплохо. Есть, он упал. Пинать его. А, все? Какой-то дрищ на самом деле. Он даже ничего не сделал нам. Он там стоял в углу, мы его пинали-пинали. Я его пару раз круговыми тяжелыми атаками бомбанул, он упал. Ну и мы все, как говорится, напали на него. Так, но это еще не конец, ребята, естественно, еще не конец. Так, здесь у нас будет новый костюм. Его главное не прозевакать. Так, как же мне... Объясни мне, как мне переключиться между... А, вот так вот есть только. Так, Лео, давай-ка мы поменяем тебе костюм. Вот такой у тебя пускай будет. Должны быть все разными. А то все одинаковые, как-то не очень красиво это смотрится. Так, используй тяжелую атаку, чтобы я понял. Так, сейчас у нас будет костюм, а следующим будет у нас Бибоп. Да-да, тот самый, ребята, Бибоп, который у нас в черепашках-ниндзя-легендах. Так, этих кумарим, быстренько так. Воу-воу-воу. Дай-ка я бушку сломать, что это у нас тут? Давайте, ребята, делайте. Лео решил сыграть музычку. И это правильно. Давайте, массовая атака. Ага. Застынь, рептилия. Сам застынь. Все? Нет, не все, ребята. Далеко не все. Так. Майки, давай свою суператаку. Молодец, круто. Попробуй мои когти на вкус, кричит медведь. Я все время забываю, не на ту кнопку нажимаю, ребят. Не на ту кнопку нажимаю. А где костюм здесь, а? Как ты думаешь? Ох, ничего себе, куда это мы с тобой бежим? Рафаэль первый, ну естественно, самый непоседа. Наверное, здесь будет костюм. Тут пусто. И тут пусто. А, во-во-во-во-во. Для Дони, ребята, для Дони костюм. Или для Майки, костюм волшебника. Давай-ка массовую сделаем с тобой. Мне нравится быть черепашкой. Так, ну-ка. Так, Майки у нас вместо скейтбордиста теперь стал волшебником. Так, смотреть на него. Холоднокровные войны, бойтесь моего ледяного гнева. А ты бойся нашего гнева. Вот так вот. Давай, давай, Рафаэль. Хорошо, ты его сейчас нашинковал. А теперь послушайте музычку. От Леонардо. Видишь, пока он играет. Твою налево, я думал, он ничего не сделает. Все, ну что, хватит с тебя. С него, наверное, хватит. Вперед, вперед. Окей, вперед, вперед. Что у нас тут? Так, ящики. Обожаю вскрывать, ребята, ящики. Ну, я больше обожаю, когда мне что-то лежит, а не просто так. О, да, ты попал под панцирь. Вот и конец. Так, ребят, давайте попробуем набрать бонус. Сейчас хочу, вот он. Вот он. Бонус массовой атаки. Как же я обожаю, когда они так делают. Все, да? Нет. Далеко не все. Давай, Майки. Электричеством он неплохо же прижигает. Так, я не буду здесь тратить, а хотя надо. Все?
Я с закрытыми глазами с ними справляюсь. Что такое? Раф, ты куда? Ага, теперь мы еще ниже. Я думал, они опять наверх собираются подняться, но нет. Да чтоб тебя! Скоро все занесет снегом. Так, он замораживает, ребята. Давай, давай, давай. Лео тоже. Глуши его. Разносим, разносим. Нам нужна комбо-атака, ребята. Поехали. Вот это сейчас было красиво. Красиво и хорошо. Уходим. Так, Майки, давай. И Рафаэль тоже. Прям в босса. На тебе. Все, друзья мои. Этого клыща мы с тобой разобрали. Ты не знаешь, как больно это будет? Победа, ребят, тут одну ампулу мы с тобой получим, по ходу дела, да? Да, одну. Ну да ничего страшного. Так, ну и мы переходим с тобой к заключительной фазе Морозного мира, где у нас будет Бибоп, босс. Блин, так прикольно смотреть вот старых персонажей, которые у нас в Черепашках Ниндзя Легенды. Узнаешь его? Да-да, тот самый, который любит стрелять лазером. Так, слушай, надо, наверное, майки. Майки нужно поменять костюм. Блин, тут такие костюмы будут еще классные. Так, какой же тебе поставить? Давай, наверное, вот этот вот. Этот костюм можно... А, у него нету, все, понял. Тогда пускай на скейтах. Он у нас весельчак, поэтому пускай на скейте веселится. Бибоп очень увертлив. Сгруппируй черепашек так, чтобы все твои удары достигали цели. Ну да, он же у нас там танцор. Брейкдансер. Типа того. Так, давай-ка я буду их тут глушить, а вы, ребята, и занимайтесь. Так, Рафаэль, давай. Пронзим. На! Кони какие-то там. Давай еще, Раф. Е! Краснопузова завалили. Как тебе мои саи? Я думаю, ему нравятся твои саи. Так, у Донателло готов суперудар. Давай, наверное, сделаем. И электричество. Пускай тут парализует всех. О, больше нет? Типа, как жалко, да? Так, нам нужно еще прийти к Бибопу, чтобы у нас было, ну, здоровье нормально. Так, только не говори, что сейчас будет ледяной. А, ну это обычно, да? Так, пиццу пока не трогаем. Пока не трогаем, ребята. Бомба. Блин, все-таки успели захватить эту пиццу. Я не хотел ее трогать. Но, видимо, во время комбо-удара мы ее прихватили. Лео, Лео, что ж тебе? Какой-то нищеброд подбил, а? Давай, давай, давай. Главное не сладить со всеми нами. А нам не нужно со всеми с вами слаживать. Кавабанга! Давай еще вот так вот массовую зарядим с тобой. Все так ярко, красочно. Давай, валяйтесь. Ах ты гаденыш, уклоняется, ты посмотри. Все? Все. А, какой все? Твою налево, я попутал его с собой. Он тоже в красном костюме. Так, еще выше поднимаемся. Так, здесь вряд ли будет босс. Хотя, кто его знает. Сражение только началось. Давай, выручай. Ну? Вот так вот. И теперь еще массовую атаку зарядим. Мне нравится. Так, медведь упал. Но мне кажется, еще сейчас подойдут.
Шок и трепет где-то. Я подвергну черепах глубокой заморозке. Опять ты здесь, а? Опять, друзья мои, он здесь, а? Я имею в виду голем этот. Так, ладно, надо сделать вот так, наверное. Лучше бы это потратили на босса. Давай, Донни, жги. Что-то вы не то совсем делаете, совсем не то. Нам нужно вот этого заморозчика. Тихо, морозит. Лупим, 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 лупим. Раф, давай. Разбегается. На, на, на. Три удара. Так, вот и ледниковый период, говорит, начался. У нас, ребята, очень мало здоровья. Твою налево, мы сейчас погибнем. Еще пару таких выкрутасов, и все, и нам будет крышка. Почему только я должен уклоняться? Ё-моё, конец игры. Да, друзья мои, я не ожидал, что нас завалит ледяной голем. Ну, естественно, переигрываем. Я в шоке. Не справиться с каким-то ледяным големом. Ну, вы же меня извините, конечно, ребят. Причем мы шли довольно хорошо. Я бы даже сказал, очень хорошо, давай. Устроим здесь средневековье. Ты устраиваешь средневековье. Атакуй, атакуй. Рафаэль, давай. Устрой тут. Вот эти красные, по-моему, мне кажется, сильнее, чем фиолетовые. Кто же знает. Лидер ниндзя. То есть это что, 1000 врагов я убил? Или как это объяснить? Иди отсюда. Не будем пока тратить суперудар. Не будем, ребят, пригодится. Кажется, плохие парни кончились. Да я как-то не уверен. Они еще только начнутся. Это мы ледяного голема, да, с тобой не могли подбить. А что будет с боссом тогда, я даже не знаю. С самим Бибопчиком. Я тебе сейчас покрякаю там. Крякает он мне. Давай, давай, ребята, жгем. Слишком холодно для хладнокровных. Да упади ты уже, а. Поехали, суперда. Вот так вот. Там кто-то орет, как индеец. Да-да-да-да-да. Черепаща сила. Ё-моё, я чё, уже за Майк играю? С какого перепуга? Дайте мне Рафаэля. А, блин, сейчас, по-моему, мы идем намного хуже, чем в первый раз. И надо не забывать про уклонение. Почему-то мои черепашки не хотят уклоняться. Делать вот эти вот сальтушки. А их нужно делать. Это уклонение. Так, по-моему, нет, не здесь босяра, да? Босс будет дальше немножко. Здесь у нас обычные разборки. Так, медведи. Ну-ка. Прекрасно. А что он ржет-то? Давай-ка мы влупим хорошенечко по ним. Медведь упал. Слушай, он встает. Опа, мимо. Приходите еще. Вот он, ребята, вот он голем. На нем же мы сфейлились, так ведь? Так, уходим. Видишь, что он делает?
заморозку свою врубает. Ой-ой-ой-ой, как все, ребята, печально. Давай, давай, давай. Уходим. Так. Смотри, что вытворяет, а? Да ладно. Нет, 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 мы его еще не победили, ребят. Давай, 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 ты же бьешь его током, ну. Есть. Игра окончена. Да, ребята, игра окончена. Ты видел, сколько у нас здоровья осталось? Игра окончена. Если сейчас сам Бибо будет, ну, без подхила, ребят, мы не справимся, если честно. Вот, холодрыга. Парни, сюда. Выходи поиграть, Бибоп. Черепахи здесь, о, нет, как вы сюда попали? Дайте угадаю, Стокман опять выронил свою портал-открывалку. Главное, поросенок, что мы здесь, и скоро вышвырнем тебя обратно в Нью-Йорк. Так, ребят, у нас очень мало здоровья, поэтому хватаем пиццу. Взяли, взяли, взяли пиццу. Черепашья сила. Отлично. Давай, 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 не даем ему продуху, ребята. А где он сам-то? Вот он. Кавабанга. Смотри, смотри, какой он шустрый, а. Так, надо не забывать уклоняться, ребята. Нам было написано русским языком. Смотри, что творит. Где он, блин? Он призвал кланфутовцев. Ну что, друзья мои, вторая наша попыточка попробовать его одолеть. Не знаю, что из этого получится. Надеюсь, что-нибудь хорошее и путевое. Куда он скакал? Пицца, пицца, кстати. Взяли? Так, 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 он типа невидимый. Ага. Так, друзья мои, бомбим. Да кого же вы бьете, вы... Вы бейте, пока он там танцует. Слушай, вот сейчас мы его хорошо накумарим, ребят, смотрите. Ему нравится моя музычка, поэтому он там... Все, музыка закончилась. С этими надо разбираться, конечно же, суперударами. Где он? Ах, гаденыш. Так, давай, активируем способности. Вот он. Я его вижу, нет. Давай, 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 Донни. Майки, жги. У него совсем немножко осталось жизни. Совсем чуть-чуть. Так, мы на бис. Мы ужили. Есть! И я возьму реванш в Нью-Йорке, лузеры. Мы там будем. Фу, друзья мои. Черепаха-рыцарь. Так, ну что, мы с тобой прошли морозный мир. И это круто. Это круто. Следующий мир у нас будет, по-моему, лавовый, если я не ошибаюсь. Или магмовый. Бибоп очень увертлив, но это мы читали уже с тобой. Короче, если бы не вот эта вот возможность ожить после смерти, да, пускай даже с небольшим количеством ХП, мы бы не прошли бы морозный мир.
Так, ну что, Magma World. Так, если я не ошибаюсь, ребята, здесь очень хорошо рулят, знаешь, какие костюмы? Именно вот такие. Почему? Потому что с помощью этих костюмов мы сможем тушить лавовых големов. Ты спросишь, что за бред? Да-да, ребята, именно лавовых големов. Они здесь будут. Поэтому у кого есть возможность брать этот костюм, естественно, лучше брать. Так, Рафаэль, у тебя есть этот костюм? Есть. Ну что, поехали. Пицца XL увеличивает наносимый ущерб, усиливает защиту и увеличивает черепах в размерах. Кстати, я такой что-то пиццы еще ни разу не видел. Вау. Ух ты, вот так местечко, мир динозавров. О, может заведем динозаврика? Рокстеди ищет союзников, чтобы захватить Нью-Йорк. Вряд ли они встретят нас дружелюбно. А никто про дружелюбность не говорил. Мелкие големы, ребят. Так, эти статуи, оказывается, можно ломать. Вот она, эта пицца, да? Ух. Ну? Чё они такие мелкие, подлые, а? Так, вам придется постараться, малышня. Кто следующий? Никого? За мной. Блин, ну мир тут прикольный, на самом деле, да? Напоминает мне чем-то... Опять этот глаз летит. Так, а тут у нас ни костюма, ничего, да, нету? Нету, по-моему. Слушай, вот эта пицца XL, она довольно долго держалась. Ты заметил? Покатушки. Блин, надо было бонус сделать. Зачем я... У нас была там массовая атака, ребята, а я ее продинамил. Да, моя была ошибка, конечно. Так, ну что, разобрались? Идем дальше. Так. Опа, пицца. Ух ты, смотри какой. Это что за клан-футовцы такие? Иди сюда. Наконец-то. Так, Рафаэль, делай давай эту поливалку свою. Давай-ка массовую атаку применим. Все? Вот как это делается. Да и не говори-ка. Опа, пицца. Сейчас мы ее поднимем. Так, специальные атаки все заполняем, да? Не сладко, не сладко. Он надеялся меня впечатлить. А теперь вот так. Ништяк. Майки впереди. Победа. Слушай, ну довольно легкий был уровень, но прикольный. Сколько нам было? Три? Три. Так, ну что, мы двигаемся с тобой дальше. Посмотрим. Там, по-моему, костюмчик сейчас будет у нас разыгрываться. Так, увеличивает наносимый ущерб, когда мы с тобой великанами становимся, да? Так, друзья мои, здесь костюм. Надо его не прозевать. Погнали. Усиливает ущерб и усиливает защиту. То есть, ну, как бы мы становимся в разы крепче, сильнее.
Здесь костюм должен быть. Давай, давай. Такой мелкий решет еще. Так, давай, давай, вот этого. Все? Получили? Так, ну. Так, он собирался что-то плюнуть в меня, походу дела. Мне ведь не показалось. По катушке. По катушке мы пока делать не будем. По катушке мы пока делать не будем. Ну, я имею в виду супер удар, конечно же. Так, ломайте, ищите костюм. Костюм должен быть где-то здесь. Рано я, наверное, сделал, да, супер удар? Ой, рано. Куда вы поливаете-то, господи? Ну? Ничего без Леонардо не могут сделать, а? Все? Нет. Далеко не все. Ох ты, они землю поджигают, понял. А этот сюрикены бросает. Остыди-ка. Надеюсь, там они откуда пришли, еще такие есть. Вперед, вперед. Ну. Так, вот здесь точно должен быть костюм. Опа. Я могу стрелять лавой, неплохо. Лавовый костюм, друзья мои. Мы... Рафаэль такой. Хочу его протестить. Ё-моё, смотри, что мы делаем. Почему мы делаем, когда это делает Рафаэль, а не я. Я Леонардо играю. Ну, костюм выглядит шикарно. Слушай, вот в этом костюме лавового голема, наверное, можно просто разнести в хлам. Согласись. Надо будет потом попробовать. Так, давай-ка активируем здесь все. Фига, там Рафаэль наяривает. Эти там дерутся, а Леонардо, зная себе, наяривает на гитаре. Еще такой прикид у него, да, как панк. Слушай, а тут будет какой-нибудь мини-боссик, нет? Это не будет. Бу-бух. Вегетарианская пицца восстанавливает здоровье. О, воу-воу-воу, смотри, кто идет. Какой-то огромный голем был. Почему был? Он и есть. Ты посмотри какой, а. Мне такое ощущение, что именно из этого мира появился гранитор. Потому что те же тоже каменные големы. Там трек и гранитор. Еще один, да, идет? Два. Ржет еще не тут что-то. На. Давай-ка мы его, наверное, музычкой немножко. Какой там музычкой? Эй, а мне-то кто-нибудь поможет? Или я буду тут один с ним? Ты посмотри, сколько они отнимают здоровья. Уходите от лавы. Она же жжется. Когда они взрываются, эти големы, ребята. А от них остается такая лужа лавовая. И если ты в этой луже стоишь, ты получаешь урон. Так, ну что, две капсулы мы получили. Отлично. Фух, лавовый костюм. Но мне кажется, он здесь не к месту, если честно. Этот лавовый костюм лучше взять ему поливалку. Да-да, именно вот эту вот, которая остужает лавовых големов. Так, третий уровень, да, у нас в мире магмы. О, урок, кстати. А здесь еще и Рекс у нас будет.
Ну что, друзья мои, давайте тогда на этой ноте мы с вами закончим это видео. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!